В Москве презентовали научный труд «Национальная идея России». В общественной презентации принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. Над шеститомником трудились более 50 ученых. Основной лейтмотив исследования – обеспечение жизнедеятельности страны. Авторы научного труда «Национальная идея России» затрагивают все аспекты жизни. Первые два тома посвящены месту России в истории, 34-й говорит об угрозах, а в двух последних томах предложена собственная программа действий. Авторы этого экспертного труда предлагают даже изменить Конституцию. Говорят о том, что стране нужна единая национальная идея и никак не преклонение перед Западом.